Всем привет! Мы в Илюхиной школе. И вот такие вот шкафчики у них. Школа очень большая. Детям дается на руки план, потому что очень легко заблудиться. Мы сейчас вот шли к учителю и несколько раз переспросили людей. Плана у нас не было на руках. И вот я сейчас покажу немножко. Я так думаю, здесь, наверное, нельзя особо снимать. Вот, но я так потихонечку сниму. Вот такой вот там зал. Вот. Сегодня Хэллоуин. И так интересно. Мы были в школе средней. И вот в старшей. И люди, даже работники, одевают такие наряды всякие там. Яркие юбки, какие-то кепки, шапки, ушки на голову. То есть учителя и работники ходят вот даже в таком виде. Ну, естественно, и дети. Так, вот такой вот зал. Я так вот загляну чуть-чуть. Ну, в общем, школа огромная. Здесь есть свой плавательный бассейн. Вот такая вот красота. Так, сейчас мои убегут, я потеряюсь тут. Буду ходить как кинолюди. Вот там еще раздевалки. Но я не буду в раздевалку заглядывать. Вот, ну, в общем, очень-очень большая школа. Она такая план такой, что как будто вот делали, потом пристроили еще что-то такое. Потому что она вся такая, уму не поддается. Нету какого-то такого расположения, что вот она, как обычно в наших школах, симметрия какая-то присутствует. Здесь полная асимметрия. И вот, и там коридоры отходят в стороны, туда пошел. Сюда пошел, здесь вот какой-то коридор пошел, и там вот из одного коридора ты переходишь в другой коридор. Вот такие вот у них команды. Спорт здесь очень ценится. Считается очень хорошо, если ты за школу выступаешь. Ну все, пока-пока.